Всем привет, ребят! Мне уже надоело текст рекорды снимать через какое-то приложение от Samsung, я не знаю, как называется. Это Game Launcher. Надоело мне просто Samsung. Ой, текст рекордер. Он постоянно улетает. Купила Red Hat 3, хороший игрок, не записалась, увы. Витька и мало монет, очень плохо. Ну, кстати, еще и Савича прокачал, вот Hat 3. Прекрасные статы, посмотрите сами. Второй нападающий и 1000 там плеймейкер, дальняя выбрасывая, стоит дриблинг у него. Чем мне нравится, ребят, второй нападающий, тем, что он постоянно забегает вперед и говорит, тем самым, типа, дай мне пас, я забью, или дай мне пас, я навешу. Это очень хороший игрок, он будет давать пасы и будет, не будет делать, чтобы потеряет мяч, ну, хотя бы голзевать, мне кажется. Мало будет, но потом будет вашей команде давать всегда победу. Против нас команда 101. На что? Ладно, хорошо, прекрасно. Давайте против нее поиграем. Тут уже Хазри, как бы, ребят, вот за у него еще себе тоже за есть и что. Например, мы недолго приезжаем с этой партии. А вот день есть. Хазри, вот, ну, смотрите, сразу. Уже сразу, смотрите. Прямо движение, вот. Видно, что он... Ну, что, вот этот день, конечно, был физап. Навес на Савича. Прокачал его на один рейтинг. Гол. Сразу. Плюс соперника 101. И заработал у нас кто это? Конечно же... Как его зовут? Новенький наш игрок, которого зовут... Азри. Прекрасно. Как он реально плохо играет. Азри, проход! Азри, что творит? Не получилось ударить его. Ну, Азри, давай! Вот это да! Вы это видели, ребят? Что бы еще, если бы был... Катар бы слабее, чем Мэнди 98 вроде он. Он бы забил, но так увидели, что он творит. У игрока просто бомба просто в это. Я в шоке. Так, ну Сад на дриблинг пошел. Не знаю, что Савич делает. Савич забрал мяч, увеличение назад. Он у нас упал, пас на него. Ты что, долго стоишь, что ли? Вот Хазри. Так, Мартинес, он выбил достаточно далеко, там не бегите, он мяч все равно выйдет. Так, ну он держит пас. Даниэлл пас не хотел принимать, а мы ему сказали, принимай. Опа, у него тоже есть Хазри, братан. Да давай, фу, ребят, знаете, что было? Я нажал на джойстик вместо паса. Пас. И плюс догонь. Что-то, ладно. Смотрите, как распасовочка какая. Ну, не все, это ошибка. Это была его ошибка. Пошла наша атака. Побежал, Хазри. Все, беги. Забивай. Вот это гол! Я называю его хороший игрок. Бомбальный игрок. Смотрите, с какого он угла забил. Это почти нулевой угол. У меня ты даже не можешь забить за и Форест. Ну что, не зря. Видите, он еще и вышел, соперник. Смотрите, я не помню, 102-105. А, теперь подключился, как я понял. Это просто бомба, а не игрок. У нас преимущество гола. Надо его держать и приумножать. Я еще развожу мяч ключом. Тянуть время не буду, потому что зачем? Просто зачем? Я вижу, что соперник какой-то ну, не очень хорошо играет. Это главное не выделываться, а то он резко хорошо начнет играть. Такие вот дела. Так. Вот это будет... Ну, он бить сюда не будет, то что-то бить, конечно, будет. Бить что-то били бы. Мартинс, и сразу нам
Не знаю, с подлагом у вас мяч. Я сказал, надо приумножать преимущество. Он подогнуло. И сразу ботом и просто махал. Я не могу ни по-другому выразиться. Я просто в голове не понимаю, что творится. Как-то сделали так. Дали пас. Был, мне кажется, угловой. Дали пас. И Мартинс один пробежал. Один был сзади уже. И 3-0. Вот такие. Главное, что у меня был 3-1. 3-1-то не нравится. Мне 3-0 нравится. Ну, это удар, это он, мягкая сторонненькая. Смотрите, бежит, бежит. Так, проходит мяч на фу. Опа, развернулся, повернулся. Бегите, я на хазре навешу. Дубль. Беги, Кадельса совершает дубль. Мартинес один забил, Савич забил один. Как бы, кто больше всего забил хазри? Прекрасно. Вот таких проверок у меня еще не было. Он решил удариться чем-то. Нервы, мне кажется, уже. У меня тоже были бы нервы, если такой слабый рейтинг меня бы обыгрывал. Так, вот это я не помню, что это было. Ну, мои игроки любят так делать. Ладно. Он решает. Так, смотрите, что было. Как-то, я не понимаю, как иначе прошел ладение. Он как-то ударил, и вратарь смог принять. Обидно. Очень даже. Так, так. Опа, пас назад. Он день. Ну, думаю, пройдет, ребят. Ну, ладно. Подождите, может, нет, не может. Обидно. Так. Обидно. Оповещение приходит, надо всех отключить. С реального футбола. Рекомендую посмотреть. Крутой канал, ребят. Очень крутой. Там, конечно, он начал какие-то так себе видео. Мне не нравится. Но крутой канал. Советую посмотреть КС. Оповещение вышло. Вот так вам и время убить. Как бы посоветовал посмотреть реальный футбол. Прикольный видосик. Ладно, продолжаем. Можно спеть песню. Но это будет не такая песня. Знаете, Аргентина и Майка 5-0. Какая боль, Аргентина и Майка 5-0. Но счет, увы, не... Почему время закончить? Не 5-0, а 5-1. Что я могу сказать? Жалко, да. Ну, что я могу сказать? Соперник 101 был. Мне кажется, что можно один писать в 0. Прекрасно выиграли. Давайте еще заскриним. Просто, ребят, было надо. Такая бомбовая проверка хазри. Просто бомба, не по-другому. Оформил дубль, парень. Не по-другому. Обыграли сильного соперника. Я никак не могу по-другому сказать. Вот, это игрок, это просто бомба. Всем пока, ребят. Всем пока, с вами был.